Сейчас здесь куча щебня и стройматериалы, а буквально через пару месяцев эта строительная площадка превратится в любимое место для прогулок у дошколят. Детский сад в районе Муринских прудов почти готов к сдаче. На детской площадке смонтированы веранды. До конца недели подрядчик приступит к асфальтированию пешеходных дорожек. Работы по фасаду через неделю планируем начать здесь. Все, после фасада у нас отмостка останется и цоколь. К 1 июня все будет сделано. Этот детсад тоже возводит компания «Стройкомплекс». Объект сдадут в октябре. Работы здесь идут с опережением графика. Возведена коробка трехэтажного здания, готовы межэтажные перекрытия. Установлено 2/3 оконных блоков. Оба детских сада на 170 мест выполнены по одному проекту. Третье дошкольное учреждение в районе Муринских прудов будет чуть поменьше, на 90 мест. Здесь подрядчик – компания «Стройрегион». Здание у нас кирпичное, облицованное также кирпичом силикатным. Объект сейчас находится, то есть в завершении идет отделка черновая. То есть выходим мы на чистовую отделку. Выполнены все сети наружные и также внутренние. Вот, занимаемся началом благоустройства. Сейчас специалисты прокладывают коммуникации. Этот садик сдадут в июле, рассказали сегодня главе города Владиславу Пинаеву. Работой, говорит мэр, удовлетворен. В ходе вот этого объезда с коллегами посовещались на предмет организации парковок и подъездов. Получается, что садики практически отчасти уже готовы к сдаче, часть будет сдаваться в конце года. Поэтому надо посмотреть, совместить с уже действующими садиками ситуацию. Поэтому решение есть. Тагилгражданпроект подготовил данное решение. Обустройством парковок займется МОП «Тагилдорстрой». Все три детских сада должны быть сданы до конца этого года. Сразу после начнется работа по лицензированию дошкольных образовательных учреждений. Будет закуплено все необходимое оборудование. Штат сотрудников в новых детсадах уже укомплектован.